Голубому топливу зеленый свет. Строительство межпоселкового газопровода в Заволжье планируют начать уже в этом году. Такую информацию сообщил заместитель главы администрации Чебоксар по вопросам ЖКХ Герман Александров на встрече с жителями левобережных поселков. Чтобы полностью обеспечить потребности жителей, необходимо построить более 24 километров газопровода. На данный момент подготовлено техзадание на разработку проектно-сметной документации на строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей. Торги планируется объявить уже в этом месяце.